Привет всем. Столкнулся с такой проблемой Renault Logan. Вот. Затроил движок. Потом запердел. То едет, то не едет. И вообще там непонятно, что случилось. Поменял свечи, поменял провода, как всегда, блин. Вот. Ну, думаю, что там делать, не знаю. Приехал в сервис, блин, в сервисе посмотрели, достали этот, как его, ноутбук, блин, подсоединили. Сказали, третий цилиндр не работает. Ну, что делать, третий цилиндр не работает. Я говорю, что делать-то? Говорю, давай замерим компрессию. Мерим компрессию, компрессии нету нифига в цилиндре. Ё-моё, что делать-то опять? Блин, у меня уже это пот прошиб. В другом, в третьем, в четвертом, то есть, то нету, там непонятно. Оказывается, компрессометр сломался. А я уже, блин, давай это, думать, как ремонт этот, насколько мне обойдется. Блин, ужасные такие вещи были. Вот. Отдал за компьютер я, отдал 500 рублей, блин, ни за что. Он сказал, третий цилиндр не работает, хотя и без этого знал, что третий цилиндр не работает. Ладно, отдал, хрен с ним, ну, и, ладно. Вот, потом думаю, если пошла такая уж пьянка, блин, поехал, блин, там товарищу позвонил, сказал такую проблему, я говорю, ну, давай попробуем. Я говорю, нету там кого-то хоть попробовать взять, блин, коммутатор. У меня уже на эту вот, ну, вот на эту колыбаху, вот это, распределитель. Все подозрения уже вышли. Ну что, думаю, делать-то, блин? Он говорит, нету. Я говорю, ну а сколько стоит? Говорит, недорого тебе сделаем. Ну, так что-то в рублей 800 самый дешевый купил. Думаю, ну, уже в сервисе, если 500 отдал, не за что. Думаю, ну, уже это... 800 рублей-то уже не деньги. Поставил, машина заработала как часики. Хотя до этого даже чек не горел, не показывал никаких ошибок. Вот в чем, ребят, дело было у меня. Вот. Сейчас вот данный момент старый, вон он. Валяется под колесом, а то бросил его. Как противооткатное действие у меня сейчас там на меду служит. Хоть так теперь хоть послужит. Кстати, много видео посмотрел. Вот почему я на него вышел-то. Говорят, в той стороне, ну, с другой стороны, микротрещины начинаются. Вот, из-за этого прошибает искра и все остальное. И вот и начинает машина неправильно работать. Ладно, ребят, кому была полезная информация, ставьте пальцы вверх. Кому нет, вниз. Подписывайтесь на канал. Все, всем удачи, до свидания.